Всем привет! Если вы думаете, что англичане пьют только чай и то только в 5 часов вечера, то вы глубоко заблуждаетесь. В определенные моменты они могут порадовать себя и элем, и джином, и традиционными английскими коктейлями. Какими именно, я сегодня и расскажу. Одним из самых знаменитых английских коктейлей является кровавая Мэри, но не менее известны такие, как английская роза, бренди Александр, Роллс-Ройс и многие другие. Одним из традиционных сочетаний алкогольных напитков, которые предпочитают жители Англии, является смесь джина и вермута. Коктейль получается довольно серьезным по крепости, не менее серьезным, чем коктейль Джеймса Бонда, мартини с водкой, взболтать, но не смешивать. Так или иначе, микс джина и вермута в Англии очень ценится, и таких миксов существует огромное множество. Сегодня я расскажу о знаменитом коктейле Гибсон. Готовится этот коктейль в шейкере. Сюда необходимо добавить лед. Целых 60 мл джина. И всего-навсего 10 мл сухого вермута. Так сказать, немного подсластить джин. Затем сделать шейк. Получившийся коктейль необходимо перелить в охлажденный бокал. И, в принципе, его можно подавать. На этом коктейль Гибсон готов. Также существует не менее знаменитая версия, это коктейль джин и это. Для приготовления такого коктейля потребуется 45 мл джина и 30 мл вермута. Коктейль уже не такой крепкий, как коктейль Гибсон. Также существует мягкая версия такого коктейля. Это 30 мл джина, 30 мл апельсинового сока и 60 мл сладкого вермута. Такой коктейль называется «Услада Жиголо». На этом наш выпуск подошел к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, находите нас в социальных сетях ВКонтакте, Twitter, Instagram и Facebook. До новых встреч. Пока.